Всем доброго дня. Спасибо, что заглянули ко мне на канал. У детей моих отпуск 2 недельки, поэтому я еду к себе на огород, на дачу. Поспела клубника, я думаю. Вот, чесночные стрелки убирать уже надо. Поэтому я с сегодняшнего дня вот начинаю репортаж с города Клинцы. Буду показывать вам свой огород. Что у нас там выросло. Все говорят, что в траве расти не будет, но, как я уже посмотрела, здесь этой клубники, видимо, невидимо. Смотрите сами и убедитесь. Вот она, какая клубника созревшая. Мы вовремя приехали. Прямо такими гроздями, да. Вот она, как развернем. Вот она в траве у нас. Вот сколько ее здесь много, много, очень много, и зеленой, и красной, и всевозможные. Но у нас здесь рябки, вот они, смотрите, какие рябки у нас проложены вот такой картонкой. Вот. И клубники очень, даже очень много. Как развернешь, прямо вот такие шапки. Смотрите, пройду по ряду. Смотрите, сколько ее здесь много. Вот она. Красавица. Клубничка. И крупная. По сравнению, как все говорят, в этом году не крупная. Нет, хорошая клубника. Вот они. Смотрите, как. Ой, грозди. Гроздями прямо. Вот она. Ой, сколько. Вот она. Видите, какая хорошая клубника. Вот. Что развернешь куст, она в этой. Вот она. Смотрите, какая крупная, хорошая клубника. Вот. Смотрите, сколько ее. Ой, боже. Вот. Столько ее. Очень много, так что и зеленый, и всевозможный. Вот она. О, сколько. Вот эти рядки. Сейчас все пройдем, посмотрим, сколько мы соберем клубники. И крупные. О. Чистенько, можно с грядки прямо кушать. Вот эта грядка, другой уже сорт, и она любит так спускать свои веточки. Смотрите, какие грозди прям, и она темная, такая бордового цвета. Вот она. Видите, как вот она крупная. Вот они. Какие огромные ягодки. Он свисает с бордюра. Видите, какая крупная ягода. Вот. Видите, прям не знаю, как сравнить со спичным коробком, что ли. Она красная прямо на руках остается. Вот такой вот сорт. Название не знаю. Она свисает, вот как видите. Бордюра у нас. Вот. Если я вспомню, домой приду, я потом напишу описание, что за сорт этой клубники. Вот они, купили мы. Она вся-вся крупная, вот даже туда вот она и там на земле лежит. Вот она. И очень даже сладкая. Но пока не могу сказать. Домой приедем уже. Тогда напишу в описании ролика. Вот такая вот клубника. Смотрите, какая крупная. Вот. Бесподобная. Больше спичечного коробка. Вот. И дальше она идет весь рядок. И полностью здесь грядка у нас этой клубники. И на вкус очень-очень сладкая. Берем ведра. Одно ведро
ровненькое, это пойдет на один сорт, голубое на другой, синее на третье. Вот мы должны собирать три вот таких ведра. Выбрали 4 ведерка, вот они, прополола немножко, вот они уже видны, рядки выбрала, и видны уже рядочки, где у нас картонка лежит. Это я прошла 1, 2, 3, 4 ряда, это вот столько мы выбрали клубники. Еще осталось 1, 2, 3, 4, еще 4 ряда, но это уже будем выбирать завтра, чтобы хотя бы это переработать. Вот такая вот клубничка, хорошенькая, крупная. Вот спичечный коробок в сравнении со спичечным коробком. Вот она, такая вот клубника. Делаем выводы, что значит и в траве может клубника плодоносить, и неплохо. Вот она. И тем более, что может даже и, что вот у нас она такая заросшая, и в траве сидела. Вот не видно даже рядов, где лежит этот картон. Может даже лучше она сохранилась, чем была бы она такая вот полностью, вот как у нас на этой грядке. Еще подорвали одно ведерко, и вот в итоге получилось 5 у нас ведерок клубники за один приход на дачу. Такая клубничка хорошая. Этот сорт Машенька, а этот сорт потом напишу. Дома где-то записано, не знаю. Вот. Это мелкоплодная, тоже не знаю название. Вот здесь 3 сорта клубники.